Хотите поговорить? О чем? О том, что утром случилось. Да, там геморройчик небольшой выскочил с горошком. И все, ночью. Володя, блин! Откуда мне знать про ваш геморрой? Вы же сами сказали, что весь отдел уже в курсе. Ну я про звание. Утром приказ пришел о присвоении вам звания генерала. В этот вечер снова ждет тебя другой. Володя, с вами все в порядке? Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранит камушек в груди. Интересно, он нас видит? Прикольно. Он типа как кукла. Такой Кен, просидевший 20 лет на шаурме. Владимир Сергеевич, вы нас слышите? Пусть он ходит за тобою по пятам. Ты не верь его обманчивым словам. Он слова тебе красиво говорит. Только каменное сердце не болит. Начальник городской полиции едет к вам, говорит, дело важное. Да, Коль, он понял. Ты прольешь еще немало горьких слез. Он тебя не пожалеет, не простит. Твое сердце разобьется о гранит. Он тебя не пожалеет, не простит. Твое сердце разобьется о гранит. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2. Уже в кино.